Всем привет, на связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. В этом видеообзоре я хотела бы рассказать вам про сервис Traffic Money, на котором вы сможете зарабатывать по 30 тысяч рублей в день, продавая свой интернет. Так как в интернете каждый день появляется куча сайтов, и им нужны позиции в поисковых системах, такие как Яндекс и Google, им нужен трафик, который вы можете продать, если у вас есть устройство, подключенное к интернету. Данная платформа является якобы посредником между продавцами и покупателями трафика. Конечно, каким образом сайты будут повышать свой рейтинг в поисковых запросах с помощью вашего интернета, мне непонятно, потому что трафик – это целевые посетители, люди, которые собираются на них купить или заказать товары или услугу, которую они предоставляют. Ваш интернет никаким образом обеспечить поток посетителей им не сможет. И тем более покупать интернет у провайдера значительно дешевле, чем напрямую у людей, особенно учитывая, что мы сами являемся покупателями интернета. На сайте есть еще отзывы, контактная информация. С содержимым сайта можете ознакомиться самостоятельно. Я введу какой-нибудь логин на текущую сессию и оценю мой трафик. Сейчас происходит оценка моего интернет-трафика, подбираются покупатели, также оценивается мой потенциальный доход. Здесь якобы всплывают сообщения, что кто-то уже вывел какие-то деньги. В отзывах есть сообщения от техподдержки, думаю, для того, чтобы вызвать у нас больше доверия к этому сервису. Также компания Traffic Market, скорее всего, является вымышленной, потому что никакой информации о ней в интернете нет и найти вы не сможете. Итак, результат оценки уже известен. Найдено 296 тысяч компаний, которые готовы купить наш трафик, и потенциальный доход составит 37 985 рублей. Нажму «Продать интернет-трафик». Так, трафик продается. Это займет около минуты, поэтому я поставлю видео на паузу. Возобновлю его, когда весь трафик будет продан. Итак, весь трафик продан. Мой заработок составил 38 977 рублей. Но чтобы перейти к выводу средств, мне необходимо оплатить услуги платформы в размере 0,39 от заработанной суммы. Если нажму «Оплатить услуги платформы», попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay, где должна оплатить 152 рубля за услуги платформы. Перед тем, как снимать этот видеообзор, на сервисе ePay я нашла того человека, кто примет от нас наши денежки, кому пойдет наш платеж, под ником Рагнар. В дополнительных ценах сайта мы увидим этот платеж на 152 рубля. Также мы увидим, что сумма, которую будут выплачивать всем посетителям сайта, фиксирована, а именно 38 977 рублей. Никакого анализа продажи нашего интернета не было. То есть, независимо с чего вы зайдете, с компьютера, с телефона, какой у вас там будет интернет, скоростной или супермедленный, деньги вам будут начисляться одни и те же, потому что этот сайт, он просто муляж, на котором люди должны платить все больше и больше платежей, а здесь их просто уйма и довольно-таки на огромные суммы денег. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, мы попадаем на сайт Traffic Market, и это подтверждает авторство Рагнара. Также свой сайт этот автор продвигает еще и на сервисе ClickPay24, практически под тем же самым ником. Здесь те же самые цены на товары и дополнительных тоже куча цен. Если перейдем по ссылке с этого сервиса, мы также попадем на сайт сервиса Traffic Market. Он будет отличаться только названием домена и страницей оплаты. То есть, если вы будете производить какие-то оплаты на этом сайте, то вы попадете не на такую страницу оплаты от сервиса ePay, а на другую от сервиса ClickPay24. Сейчас я оплачу 152 рубля. Пока поставлю видео на паузу и возобновлю его, когда оплата будет успешно зачислена. Я успешно оплатила услуги платформы. Теперь происходит подготовка к выводу средств. Не открыл счет в системе массовых выплат, на счет зачислены заработанные мной деньги, и через данный счет будут проходить все выплаты. Чтобы вывести деньги, нужно активировать счет, пополнив его один раз на 500 рублей.
Если нажму пополнить счет, опять попадаю на страницу оплаты. Теперь нужно платить 500 рублей. Но явно эти деньги пойдут не на мой счет, а просто на счет мошенника. И вывести потом я их никогда не смогу. Потому что только заглянув в дополнительные цены сайта, можно сразу же просто на 100%, даже на 200, на 300 сделать правильный вывод, что это мошеннический сайт. Никакой нормальный сайт не будет требовать с вас такие просто огромные, так много платежей. Поэтому связываться с этим сайтом, не с его братом-близнецом на другом домене, я вам категорически не рекомендую, потому что мошенники никогда ничего вам не заплатят. С вами была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. До встречи в следующих видеообзорах.